24 декабря в 17:00 из центра города отправляется в путь новогодний троллейбус. Театрализованное путешествие с Дедом Морозом и подарками перенесет маленьких пассажиров в мир волшебства и сказки. 24 декабря в троллейбусе можно будет прокатиться в 17:00, 18:00 и 19:00. Первыми путешественниками станут ребята из социальных центров, культурных учреждений, школьники и детсадовцы. В пути их ожидают настоящие новогодние приключения.